Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин на пресс-конференции объявил о том, что новым главным тренером команды станет любимец армейских фанатов итальянец Торо Мессина, который уже работал в качестве наставника красно-синих с 2005 по 2009 год. Сам Торо признался, что рад возвращению в ЦСКА. «Я счастлив снова оказаться в ЦСКА. Быть тренером такой команды – это большая ответственность и перед руководством клуба, и перед болельщиками». Андрей Ватутин рассказал, что контракт был подписан на 3 года, и Мессина был единственным тренером, с которым руководство клуба вело переговоры. Ватутин подчеркнул, что подписав Мессину, ЦСКА рассчитывает на прогресс и стабильность. «Неправильно, я считаю, неправильно планировать сроком на год. В жизни любого спортивного клуба, любой спортивной команды необходим учитывать так называемый 3-летний цикл. И коль скоро мы будем вспоминать тот ЦСКА, ЦСКА Мессины, да, он ведь был славен не только выходами в финал 4, не только участием в финалах, но и некой фундаментальностью». Сам Торо Мессина с нетерпением ждет встречи с игроками. Отдельно итальянский тренер выделил Андрея Кириленко. Торо надеется, что Кириленко останется в команде. «Безусловно, Андрей великий баскетболист. Я хотел бы, чтобы он остался в ЦСКА. Осталось дождаться решения самого Андрея». Президент клуба Андрей Ватутин надеется, что тот опыт, который получил Мессина, работая ассистентом главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс, поможет клубу играть в лучший баскетбол и завоевывать новые трофеи.